Слава Господу! Поздравляю церковь с этим радостным праздником Рождества Христова. Да благословит Господь всех нас. Мы будем молиться перед началом нашего служения. Прочитаем, как это произошло. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 18 по 21 стихи. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это все, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родишь же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Встанем, будем молиться перед началом нашего служения. Слава тебе, Господь!